Пры будаўніцтве жылля, асабліва для маладых сем'яў, актуальнае пытанне ўладкавання малых у дашкольную установу. У мікрараёне Казіміраўка, дзе цяпер ідзе актыўная забудова, згодна генплана Магілёва, вводзяць дзіцячы садок на 240 месцаў. Дашкольную установу плануюць здаць у лістападзе. Будаўнікі гавораць пра высокую ступень гатоўнасці аб'екта. Якім ён будзе звонку і знутры, убачыла Крысціна Каранкевіч. Еще недавно на этом участку микрорайона Казимировка стояло только несколько домов. За высокими темпами будовництва мы не поспеваем сочить. Меж тем, любой новый микрорайон мае на увазе социальные объекты. Учитывая то, что микрорайон развивается и крайне необходим здесь детский садик, это в первую очередь, было принято решение о начале его строительства. Приступили к строительству в конце прошлого года. И, как видите, на сегодняшний день готовность садика очень высокая. Это типовый трехповерховый садок. Такий ж управление капитальным будовництвом узводило у микрорайоне Сподорожник. Проект, распрацеванный институтом Могилев громадян проект. Соковитый в облик садка одразу вздымая настрой. В проекте учтены, скажем так, те недоработки, которые были в ранее построенных садиках. Поэтому этот садик должен быть теплым, красивым, уютным. На гэты момант праведзены ўсе камунікацыі, рамонт у групах зроблены, цяпер збіраюць і расстаўляюць мэблю. Кошт аб'екта папярэдне ацэньваюць у 7 200 000 рублёў. С 13 групп у новом садку будет и одна для детей с порушениями зроку. Она будет различена на 10 человек. Колер покоя, мебли, а так само материал для адукации будут вельми яркими, как детям было комфортно. Так само проектом предугледжены бассейн по мерам 6 на 10 метров. Основные работы плануется завершить напроканце кастрычника. И это будет 96-я по лику дошкольная установа у Могилеве. Кристина Каранкевич, Александр Артемьев, Новина региона.